Всех приветствую, мои дорогие! Сегодня хочу вам показать небольшие наши покупки из магазина Kari Kids. Купили мы там для младшей дочки вот такой мячик. Вернее, мы его сначала взяли, чтобы чем-то отвлечь малышку в магазине, чтобы она дала посмотреть товар. И потом его купили, потому что она с ним неплохо играла в коляске. Стоил он 49 рублей. Вот такой синенький. Но они были только синего цвета, поэтому выбора не было. А большой мячик ей пока еще неудобно играть. Также мы там купили шоколадное яйцо от Чупа-Чупс с черепашками-ниндзя. Мы уже такие яйца брали. У нас вот попадались в предыдущих яйцах вот такой какой-то монстрик. И еще попадалась Эйприл. Только сейчас пока ее не нашли. И посмотрим, кто нам сегодня попадется. Еще купили для малышки вот такое печенье детское. Это она уже коробочку порвала. Вот такое со вкусом яблока. Сегодня особо не было выбора печенья. Вот взяли такое. Но она у нас его не столько ест, сколько немножко помусолит и кидает. И последнее, что мы сегодня купили, это для сына. Вот такой супер-робот, какой-то трансформер. И сейчас сын будет распаковывать этого робота и распаковывать яйцо. Так, с чего начнем? Начнем с робота. Так, вот здесь мы распаковываем. И мы хотим посмотреть, умеет он что-то делать или не умеет. Сын открывает. Сейчас он покажет нам. Так, вот давай посмотрим поближе, а то не видно. Вот такой вот какой-то интересный робот. Я, если честно, не очень разбираюсь в игрушках. Для мальчиков больше все-таки для девочек. И сейчас сын покажет в кадр, что у него что-то загибается или нет. Так, смотрим. Нет, это просто фигурка, ничего у него не сгибается, но в него тоже будет интересно играть. И он достаточно симпатичный. Кстати, не сказала, стоил он 200 рублей. Яйцо стоило 59 рублей, а печенье, по-моему, стоило 88 рублей. Так, сейчас будем открывать яйцо и посмотрим. Вот, да, посмотрим, кто нам попадется в этот раз. Мы все ждем, чтобы нам попались сами черепашки-ниндзя. Вот такие игрушки, они похожи на прилипал. Есть. Вот, прилипают они тоже ко всему. Такие небольшие, и большая достаточно коллекция в этой серии у Чупа-Чупс. Такие маленькие, если их несколько, мне кажется, интересно играть. Так, смотрим так вот сюда, кто нам. Вот. Я знаю, да. Это учитель же, да? Да, Тинцей его зовут. Сенсей, вот мне сын подсказывает, это сенсей. Видите, нам в этот раз попался сенсей, может, в следующий раз сами черепашки попадутся. Давайте посмотрим вкладыш. Так, ты очень близко показываешь, вот. Там мне сын помогает. Да. Вот, видите, на вкладыше он. И вот посмотрите, какая большая коллекция. Кто может попасться. Причем здесь вот... Потом поиграешь, а так, чтобы сейчас я покажу. Так, вот, смотрите, вот такой красненький монстрик, который нам в предыдущий раз попался. Вот какие разные могут герои попасться. И еще нам до этого попадалась Эйприл. Вот такая Эйприл. Вот она на картинке. Вот на картинке она так. Телефон не очень фокусирует. Еще освещение плохое, потому что за окном дождик и пасмурно. Я пытаюсь показать, что
чтобы было видно. Вот такая коллекция. Конечно, игрушки на любителя, потому что не фигурки, а вот именно такие прилипалки и маленького они размера. Ну, кому нравятся черепашки ниндзя, возможно, захочет тоже собрать такую коллекцию. Вот покажем еще раз. Вот. И вот. И вот, смотрите, покажем вот. Опа, как они прилипают. Вот, видите? Я тяну, вот, прилипает. Вот сын сейчас покажет. Вот, да. И все, это на сегодня были все наши покупки. Всем огромнейшее спасибо за внимание, за ваши лайки, комментарии. И до новых встреч!